проиграли сегодня. Подожди, можно, можно спойлер? Да, да. Железный человек умрет. Давай интервью. Ну уже все видели. Все видели. Там вот это, то, что там Танос соберет эти камни. Не рассказывай. Железный человек умрет, все. Вот. Не вырезайте. Пожалуйста. В чем причина того, что он умрет? Причина в неправильной установке на сегодняшнюю игру. Я могу объяснить, в чем фишка. Мы изначально планировали, что сегодня мы будем отрабатывать трехочковые броски и после броска оставлять кисть, после этого опускать и делать модные движения. Но не получилось. Установка не выполнена, результат налицо. Мне кажется, у него 10 номер вообще не себя не показал, в отличие от того, как обычно он играет, за счет этого тоже. Не набрал свои там очки, и как бы как раз разница примерно такая есть. Дело в другом. Он заплел дреды. А как известно, Джа... Жмет, походу, да? Да, Джа не позволяет хорошо играть, и поэтому... Да нет, что, проиграли. Знакома такая проблема. Проиграли сегодня, ну, бывает. Все, спасибо, всем мир.